Добрый вечер, друзья. Ой, тетя Таня, здравствуйте. Здравствуйте, Пашка. Добрый вечер, ребята. Тетя Таня Хрюша не приходил еще? Нет, ты знаешь, он не приходил, потому что он простудился и весь день сидит дома. Ой, ну я так и знал. Ну, я ему говорил. Я ему говорил, надень шапку. Повяжи шарф. Говорил. Да. Только Хрюша не послушался. Ну вот, а теперь мы не будем письма, мы не будем рисунки разбирать. Пожалуйста. Степашка, о каких письмах и рисунках ты говоришь? А знаете, однажды Филе и Хрюше нарисовали удивительных зверей. Попросили ребят вместе с нами пофантазировать. А-а-а. Вот ребята прислали им в своих письмах целый зоопарк. Хрюша собирался эти письма и рисунки сегодня показать. Ну, Степашка, ты не расстраивайся. Эту почту вы разберете в другой раз. А сегодня я могу тебе познакомить с одной страной, в которой тоже живут необыкновенные звери. Правда? Да. А что это за страна? Эта страна называется «Моя Фабразилия». Ой. Ее описал в своих стихах поэт Борис Владимирович Захадер. Принеси мне, пожалуйста, с полки вот ту большую книгу. Принеси. Сейчас? Давай. Вот это? Нет, вот с той полочки, со второй. А, да. Ой, ага, какая тяжелая. Давай. Так. Ой. Вот послушай, что он написал об этой стране в своих стихах. В моей Вообразилии болтают с вами запросто настурции и лилии. Умеют львы косматые скакать верхом на палочке, а мраморные статуи сыграют с вами в салочки. В моей Вообразилии там царствует фантазия во всем своем всесилии. Там все мечты сбываются, а наши огорчения сейчас же превращаются в смешные приключения. Вот так вообразили. Да. Ой, хорошо бы нам в ней побывать. А кто там живет? Ну, я же говорила, что это страна, где живут очень редкие звери. Ну, в высшей степени редкие звери, исключительно редкие звери и совсем небывалые звери. А какие? Ну, например, рапунок. Рапуны, которые пасутся в горах. Или еще загадочный зверь мним. Неразлучные кого-то комут. И еще очень несимпатичные бяка и бука. Тетя Таня, а вот кого-то нарисовал художник, а? Это, наверное, мним, а? Ты знаешь, может быть мним, а может быть и нет. Да? Называя мнимо скромным зверем, мы не очень сами в это верим. Кто такой на самом деле мним? Да, кто? Неизвестно даже нам самим. Ой. Потому что мним ужасно скромен. Мал он ростом или он огромен? Как он выглядит? Что ест, что пьет? Что поет он, если он поет? Зверь он, птица? Может быть, лягушка? Может, он неведомый зверушка? Нет числа вопросам. А ответ? Ответ. А ответ такой. Ответа нет. Тетя Таня, а вот теперь прочитайте про кого-то и про кому-то. Так. Мне с постели вставать неохота. Я боюсь наступить на кого-то. У меня под кроватью живет симпатичнейший в мире кого. И еще с ним такая забота. Накормить невозможно кого-то, так как каждый кусок почему-то попадает в желудок кому-то. Ой, я вижу, вот он из-под кровати выглядывает. А как ты думаешь, Степашка, это кого-то или кому-то? Это я не знаю. Ой, здесь только же нос торчит. Да, но зато посмотри, вот на этой странице очень хорошо видны все звери. Да, какие странные. Я таких никогда не встречала. Да. А вот это рапунок. Под собой, не чуя ног, скачет резвый рапунок. А большие рапуны тихо спят и видят сны. А вот это, наверное, бяка и бука, да? Встретились бяка и бука. Никто не издал ни звука. Никто не подал и знака. Молчали бука и бяка. Ой. И бука думал со скукой. Чего он так смотрит букой?
А Бяка думал, однако, какой он ужасный Бяка. Ой, какие они противные. Да. Тетя Аня, знаете, ребята, которые прислали нам письма, тоже всяких чудо-зверей придумали. Хрюша нам еще об этом расскажет. Вообще придумывать и фантазировать ужасно интересно.